ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность двух ячеек запрещенного в России экстремистского объединения «От Такфир Валь Хиджра». Общей численностью более 20 человек. Задержания прошли в Дагестане и в Карачаево-Черкесской республике. На пол, на пол! Такфириты вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку новых людей в свою секту, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа исламского государства халифат. При обыске обнаружены изъяты оружие, гранаты, патроны, записи лекций радикальных проповедников, в том числе и псевдорелигиозную литературу экстремистского характера. Следственными подразделениями ФСБ России по Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела, в рамках которых будут установлены и привлечены к ответственности участники организации.